так уж на рынке устроено, что продукт, который сделан профессионалом в своей сфере, почти всегда обречен на успех. Так появилась Twisted Masses — видение идеальной дрипки от звезды Кейл Билдинга. А сегодня мы рассмотрим ее обновленную версию Twisted Masses RDA Squared. Довольно стандартная коробочка, интересна одной надписью. Произведено компанией Vismic. Это довольно странно, потому как Twisted Masses ушел от CompWave, в то время как на сайте Vismic не говорится о том, что они с ним сотрудничают. А вот комплектация действительно нестандартная. Прямо в коробке вас уже ждет два кольца регулировки обдува разного цвета. Но больше всего нас порадовал шестигранный ключ, который можно закрепить в специальной отвертке или шуруповерте. Очень странно, что до этого раньше никто не догадывался. Сам атомайзер выглядит довольно брутально. Тестостерона добавляют зазубрины на отверстиях обдува и в верхней части TM Square. Вообще они немного островаты, но зато ухватисты, что полезно, учитывая способ регулировки обдува, который реализован по аналогии с первой версией. Для этого вам сначала нужно немного открутить верхнюю часть дрипки. На практике это бесит, потому как периодически настройка сбивается. В отличие от Twisted Masses первой редакции, во второй обдув значительно больше и выполнен в виде трех больших квадратов. Мы очень ждали эту дрипку и ожидали от нее именно удобства в обслуживании. Кто, как не Twisted Masses, может сделать это как надо? Главным достоинством дрипки является вариативность ее стоек. У вас есть 4 базовых варианта установки спиралей. Можно установить койлы, как в обычной трехстоечной дрипке с раздвоенной центральной стойкой. Но в таком варианте вам придется центровать спирали, поэтому логичнее ставить их через 2 центральных отверстия. Любители парить на мехмодах с последовательным соединением аккумуляторов могут установить койлы в 2 крайних отверстия. А кроме того, обдув позволяет использовать дрипку с одной спиралью. За счет таких массивных стоек испарительная камера получается относительно небольшой. В теории это должно неплохо сказаться на вкусе. И вроде бы все хорошо, а иногда и просто отлично. Радует вариативность и свобода в установке спиралей и кастомизации внешнего вида. Недавно даже вышла позолоченная версия. Но нас немного разочаровал обдув. В отличие от предшественника, он стал больше, а если быть точнее, увеличилась высота отверстий. Многие хотели именно этого, но в итоге он получился чересчур большим. Если в первой версии вы могли полностью его открыть и обдувать всю спираль, то сейчас при аналогичной настройке воздуха становится очень много, и приходится прикрывать отверстия. Таким образом, обдуваться будет только центр спирали. В общем, на любителя. Было бы классно, если бы высота отверстий была чуть меньшей. Тогда можно было бы обдувать всю длину спирали, не сильно разбавляя пар воздухом. В результате TM Squared получилась отличной дрипкой, от которой хотелось бы чуть большего. Отличная база дает много возможностей, а за счет сменных колец можно менять еще и внешний вид. Правда, немного разочаровал обдув, капельку крадущий вкус. Мы благодарим vapehouse.ru за предоставленное устройство. Подробный обзор, как и всегда, вы можете прочитать на нашем сайте. А чтобы не пропускать свежие ролики, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за нами во всех соцсетях. I want you.